Искатель пустоты полностью разрушен. Что здесь произошло? Сергий, мы должны защитить темного прилата. Этот район уже должны были очистить от зергов. Сталкеры, бегите к ближайшему Нексусу и предупредите наших братьев. Я должен узнать больше. Очень разумно. Будьте осторожны. Враги повсюду. Хорошо. Чтобы перебраться, нам понадобится использовать скачок. Заманчиво. Будь по-твоему. Буталиски. Направьте на них нейтронные расщепители. Я сердце тьмы. Я голос затмения. Тамплиеры. Я не чувствую их присутствия в Кхале, Зератул. Как такое возможно? Вы не можете исчезнуть из Кхалы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Кхале лишь пустота. Тени окружили нас, Вершитель. Артанис в смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Зератул, спаси Артаниса. Темный прилад Зератул. Я Каракс из касты Кхалаев. Каракс, друг мой, мы должны как можно быстрее активировать этот Нексус. Теперь с помощью этих врат ты можешь вызывать воинов. Не хватает минералов. Прекрасно. Но чтобы справиться с более серьезной угрозой, стоит обучить еще нескольких воинов. Для максимальной эффективности сбора газа требуется 3 зонда на каждый глаз. Нексус полностью восстановлен. Как только воины будут готовы, ты можешь приступить к своему заданию, темный прилад. Не хватает минералов. Thank you.
за Айю. Готовится напасть. Приготовься обороняться. Еще один пилон пустоты. Кто
твоим услугам, сироту. Сироту, предавший! Кто-то затмил разум этих зелотов. Должно быть, здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Я здесь, среди... Не хватает минералов! Жизнь за Айюр! Жизнь за Айюр! Приобретем славу на поле боя! Мы крадущиеся тени. Я здесь, среди теней. Жизнь за Ай! Хорошо. Похоже, это последний пилон пустоты. Мы вышли из тени. Руки пригодятся. Я... Не хватает минералов. Жизнь за Ай! Жизнь за Ай! Не хватает минералов! Вера, я... Жизнь за Ай! Не хватает... Жизнь за Ай! Жизнь за Ай! Вершитель Силендис, я обнаружил пропавших тамплиеров, но разум их помутился. Ими словно кто-то управлял. Силендис? Пригодятся тебе. Сироту, я чувствую твое присутствие. Кхала наполнена яростью. Она порабощает мой разум. Артанис, держись! Мы идем к тебе. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Я дарую вам спасение. Бог здесь, на Айюре. Он захватил контроль над Кхалой. Тамплиеры повержены. Братья неразимы, мы лишены нейронных уз, и только благодаря этому сохранили рассудок. Мы должны остановить это безумие. И обращаешься ко мне. Нужно добраться до юного Артаниса. Надеюсь, еще не слишком поздно. Эти голоса шепчут о забвении, о спасении. Гнев и ярость. Мои навыки пригодятся тебе. Я слышу его шепот. Борись, Артанис. Не дай я буду поглотить тебя. Вечная ненависть. Он осквернил Кхалу. Твои нейронные узы сковывают тебя. Их нужно отсечь. Амун! Амун!
Нага. Зератул. Кузнец Каракс, я искал тебя. Артанис, хвала богам. Твои нейронные узы, их нужно отсечь. Это уже сделал темный тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем, мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы, но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Для меня честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Иерарх, мы направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету.